Привет, Ютубу, привет. Вот дошел ход до посылки. Вот посылки от Женька. Вот тоже знакомьтесь, тоже Женек, коллега, ПДР рулит. Вот пришла нам вот такая еще одна лампочка Днепродент. Ну и как по-русски будет сказано, анбоксинг или по-гречески. Будем доставать. Посмотрим, что там в этой посылочке. Смотрели мы тут сватов немножко. О. Да и без разницы. Открываем. Так, открываем всяк. Да. Там еще какие-то бумажки были. Походила посылочка долго, но это видео уже я выложил, как она тут, бедная наша лампочка, ходила на ишаках или на верблюдах ехала, или там неизвестно на чем. Жень, давай вот здесь вот так вот, смотри, можно подрезать. Колеса до платформы, вот они все здесь. Ну да. Вот так потихонечку, вот так все. Колесики отдельно. Колесики, да. Будет что сравнить. Колесики тоже уже видно немножко другие. Да, это экраны и лампочка у нас. Ну, мы ее отдельно положим. Вот. Ну, пусть отдыхают, да, тут совершенно верно. Да, колеса поинтереснее, побольше. Поставить. Да, колесики тут побольше. Ну, так, слегка обрезанно, не понятно. Типа, ну, давай, давай их сразу. Внимание. Да, раздербанивай все. Ну, суть та же примерно. Не, суть та же, но уже человек, то есть, не сидит на месте, дорабатывает. Ну, подшипничка, как... да, у нас все дела. Да, о. Ну, это да, хорошо, да. Что на подшипниках. А я не знаю. Это тоже, так, да, тоже на подшипниках, только резина чуть другая у меня. Колеса другой модели. Ну, да я шучу, Жень. Такая же. Понятно, понятно. Так. Ну что, сейчас пока прервемся. Светодиодов заказал. Ага, сейчас, подожди. Буду лампу в люльку переделать, светодиод. Ну вот, мы собираем, решили сделать что? Тут вот тормоза будут у нас по диагонали. Вот здесь у нас не будет, здесь вот тормоза, и там тормозов не будет. То есть два с тормозами, два без тормозов. Вот. Вот такое основание. Естественно, что оно тут вот может двигаться туда-сюда, но это на сайте, на Женином там есть кино. Специально как раз для того, чтобы для удобства. Так или так там. Ноги выдвигались, задвигались. Вот, собираем дальше, так сказать. Само основание, на чем будет стоять и работать лампа. Ну вот, мы колени, ноги собрали, поставили. Ну, выдвигай, насколько она выдвигается. Надо ее сделать вот так вот. Ну да, можно. Да, да, можно и так сделать. К сожалению, уже выбрана вся. Вот, хотелось уменьшить, чтобы все поместилось. Вот насколько она выходит. Где-то вот так. Да. Ну, для сравнения, у нас потолок здесь 3 метра. Вот. Если вот так сделать, то она практически упрется в потолок. То есть... Тут можно любого джипа и кого угодно, там, какой бы он высоты не был. Да, до 3 метров можно спокойно. Вот это дело, как говорится. Ладно, собираем назад пока. Вот, все красиво, все подогнано, Женек. Ну, респект тебе, вот честно. Сделано все шикарно. Вот просто... Вот. Головешку нам не надо. Да, теперь нам надо собрать
вот эту красоту и повесить. Крыжа лампу достали. Та лампочка чуть отличается, здесь нет вот этого вольтажа. Вот, а так, в принципе, все то же самое. Вот она, сеть. Здесь. Вот. И вот так она. Вот это для того, чтобы ей дышалось вольно и хорошо. Вот, чтобы она не перегревалась. Дыхаться. Это включение у нас. Ну все, сейчас собираем дальше. И вот еще мы заказали, значит, новый экранчик. Вот, лимончик новый. Женин. Посмотрим сейчас, когда уже всю эту красоту. Т-узел у нас был. Вот. С той лампой купленной. Вот. И вот такая еще одна лампочка. Вот. Получается, вот этот еще один лишний остается. Так сказать, шарик. Ну что, надо теперь ее воспламенять. Лампочку. Вот, жижу давать надо. Сейчас новая лампочка в действии. Сейчас посмотрим. Как она ямки покажет нам. Вот все видно. Зажигаем еще. Все шикарно видно. Можно снимать прям. Детализация просто изумительная. Женьку респект. Какие-то даже мусор на крыше виден. Который так не виден. Вот. Вот она, вмятина. Виднеется. Ну, естественно, вот демируется эта вся красота. Можно зажечь так, что вот, аж погаснет экран, начнет рефлексовать. Там шин просто. Угу. Все видать. Вот сейчас на стоечку посмотрим. Выпустим. Вся грень даже на краске видна. Женя, тебе огромный привет из Ставрополя. Спасибо. Вот у нас одна лампа. Вторая лампа. Ну-ка засвети, Женек. Ее там поверни. Рычажок. Теперь можно с двух ламп. Наоборот. Вот. Все тоже работает. Все светит. Спасибо большое. Теперь будем воевать двумя лампами. Будет уже повеселей с градом разбираться. Вот. Вот так вот видно прям. Шикарно. К сожалению, батарейка на телефончике пишет, что уже все. Хорош снимать. А то я сейчас выключусь. Без связи неохота оставаться. Так что, Женек, еще раз спасибо. Все работает. Все это самое. К сожалению, электричества нет. Сейчас, чтобы снять, как работает вот этот экранчик. Ну, мы сейчас его снимем. Который был предыдущий. Он чуть желтее. Этот более как бы цвета хаки. Такая же шелкография. Ну, такая же. Вот, видимо, в отраженке на свету сеточка. Это вот новый у нас. Вот он виден хорошо. Вот оно зерно видно. И переворачиваем вот этот. Тоже тут зерно немножко просто другое. Вот, скажем так, если сравнивать. Вот это вот чуть-чуть меньше. Это чуть-чуть крупнее. И тут цвет как бы зеленый, а тут цвет
более как желтый. Вот, ну, в принципе, и то работает. Вот это у нас лимончик предыдущий. Вот, а вот это у нас будет сейчас новый лимон. Ну, он более зеленый. Да, он более зеленый. Вот. В принципе, так же. Ну. А тут прикол, глянь, какие цвета прикольные получаются. Цветопередача, нам надо коррекцию. Цветопередача другая, да. Угу. Ну, снимает, конечно, великолепно. Я имею в виду, детализация великолепная. Это и камера даже видит, и глаз видит. Все вмятинки проявляются четко.